Всем доброе утро! Сегодня займемся переделкой. Корни немного седые, вот так вот одна темные, вот так одного цвета отросшие, уже пигмент добрал, рыжина. И остальные вот так в перемешку. Когда-то было мелирование и тонирование. Волосы вьются. Мы сейчас промелируем, затонируем и подстрижем. Сделаем красивую форму. Пользуюсь я красками Егора Рояль. Это супер порошок. Открывать не буду, все знают, такой голубой. Развожу обязательно на 6%. Определила. Что тут такое, фокуса нет? Длину фольги. Естественно, такая профессиональная фольга. Хромоэнергетический комплекс я добавлю уже в тонирование. Так примерно покажу. Заложили первую прядь. Не будем такие толстыми прядями штопать, а проштопаем такими тоненькими всю голову. Те, которые были до этого обесцвечены, я их не трогаю. Не надо возить краской по краске. Там уже все есть. Посидим около часа. Так, сейчас я приготовлю краску для тонирования. Я возьму цвет 12.1 Егора Рояль и цвет 9.5-49. И сюда же я буду добавлять хромоэнергетический комплекс. Витамины. Красочка у меня будет 1:2. Сначала краску, которую мы выдавили, обязательно смешать, только потом добавлять оксидант. Это закон. Вот наша основа. Смыли без бальзама. Сейчас затонируем. Ну все, покрасились, подстриглись, вот такой мягкий цвет, вытянули волосы, вились.